пригороде Шымкента женщина держит 40 собак. Почти все крупные породы – лабрадоры, овчарки и доги. Заводчица Александра Серебренникова уверена, что ее увлечение четвероногими не только прибыльный бизнес, но и занятие для души. Соседи мнения собачницы не разделяют и как могут борются. Ирина Абрамова посетила дом любительницы собак, а также выслушала мнение людей, живущих рядом. В одном дворе уживаются 22 взрослые собаки и 18 щенков разных возрастов. Заводчица Александра Серебренникова рассказывает, иногда общее количество четвероногих достигает и полусотни. Почти все иностранцы. Белые понравились, черные понравились, занарные. Начала завозить, вот белая швейцарка у меня с Франции, черные немцы у меня с Украины. Значит, занарники у меня есть с Чехии и есть с Германии. Овчарки, лабрадоры, доги и мопсы. Несмотря на молодость, каждая собака успела завоевать хоть одну награду на выставке, гордится хозяйка. Но, как оказалось, любят в этом доме не только за строгое соответствие породе. Дворняжку Барбариску подобрали под мостом и выходили с любовью. Ничем не уступает породистым. Очень умная собачка. Чтобы накормить разношерстное хозяйство, в день уходит до 80 килограммов мясных продуктов и больше мешка сухого корма. Если большое количество собак, мешок нам на один раз хватает. Мешка на раз не хватает. Да, и то не хватает. Каждый день они у нас едят целую кастрюлю рубца, каждому по целому рубцу. Такой любви к собакам соседи Серебренниковых не разделяют. Жалуются на плохой запах и постоянный лай. В прошлом году вызывали и акимат, вот местный здесь, и милицию, и участковую. Все соседи собрались, писали. Ну, они что-то им сделали, они, когда эти с акимата пришли, они ни одного тявканья не слышно было. Вот так тишина была. Ну, они зашли, у них прививки есть, а то, что запах вот невозможно дышать, то никого не, почему-то не волнует. Заводчица собак тоже обвиняет соседей в попытке отравления питомцев, но говорит, что мстить не собирается. Женщина уверена, 5 минут общения с четвероногим достаточно, чтобы изменить свое отношение к собакам. Ирина Абрамова, Бахадыр Ташбаев, Виталий Заинтинов, 7 канал, Южно-Казахстанская область.